Вчера было. Там его кто нагрел? Красиво. Да, он ему с пакетом дала. Ну, не хотим живешь. Сестры, подвинулся. Вас подвинулся. И меня тоже. Тропарь, да? Да. Тропарь. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияй мир и свет разума, в небо звездам служащий, звездою чахуся, тебе кланяйтесь от солнца правды, и тебе бегите с высоты востока, Господи, слава тебе. Господи, мы просим Тебя, прибудь с нами. Во имя Спасителя нашего Иисуса Христа, благослови это собрание. Научи нас во всем доверяться Тебе. Ты живой Бог, отвечающий на молитвы. Слава Тебе! Доведи нас всех до желаемой пристани, до царствия Твоего, и веди навеки туда. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. У кого фрукты кто принес, сразу дайте, я отдам детям. Слава Христу, родившемуся в Вифлеемских яслях и воскресшему, который привел нас всех сюда и сегодня в том числе. Но благословит Господь вас за ваш подвиг, который вы совершили, придя сюда в храм. Это подвиг для многих из нас, здесь сидящих, наших престарелых сестер. Особенно я хочу сказать о наших глухонемых. Они глухие, да еще и многие из них глухие, немые, многие из них еще плохо видят. Вот единственное, я хочу сказать, брат, акцентирую внимание, чтобы они ходили по кромке дороги, если они идут по дороге прямо. Идут по центральной части проезжей дороги. Да еще идут гуськом рядом, вот так повсюду улицу перегородят. Ну, это чревато, это вот Господь хранит еще их. Так, Татьяна. Лучше ходить по тротуару. Если уже идет она по дороге, то пусть она идет, ну, против движения по левой стороне, как это положено пешеходу идти. И по кромке, а не посредине улицы. Они не видят друг друга, они же так общаются. Ты тоже понимаете, Виктор Андреевич? Ну да, общаются, ты тоже, брат, думай, что говоришь-то. Ну вы объясняйте это, я-то я думаю. Говорю. Они общаются, я люди идут так. Это минус. Ну понимаю, что общаются. Ну это общение доведет до другого общения. Ну надо все это рассказать им просто. Я вот к чему. Ты понимаешь, брат, объясни им, как потом общаются. Я объясняю. Да? Чтобы общаться, пусть общаются здесь. Наобщались и пошли гуськом друг за другом. Татьяна Кузьмична, о болящих что-нибудь скажете? Кто у нас не охвачен нашей любовью? Все вот прослушали, кто болящие. И только Цингаева мне позвонила, что она с детьми сегодня сидит. Все. А так все те же больные. Никита прихворал, ну помолитесь, чтобы Господь эту хворь его к его спасению была направлена, эта хворь. Чтобы мы не ссылались на хвори, хотя хвой, конечно, такая, но немощная, не может он просто сейчас. Вот. Надежда Андреевна на службе болеет, не болеет, а на работе. Кого еще у нас нету?
Да, брат. Я хотел сказать, что крещение уже у нас в следующей неделе, это знаете, что в субботу, воскресенье будет, как раз брат объявил уже. И воскресенье, на воскресенье выпадает 19 число. Ну, погода, скорее всего, будет неплохая. Ну, там передают, что где будет у них Иордань, в Московской патриархии, в том месте, как обычно, на речном вокзале, там лед тонкий, всего 25 сантиметров. Вчера показывали программу, и там они прям замеряют, МЧСники бурят. И говорят, что ну не больше 33 человек. То есть у нас будут люди, говорит, которые будут в оцеплении стоять. Скорее всего, одна Иордань только будет там, чтобы, говорит, не провалились. Я так подумал, думаю, в конечном итоге доиграются вот эти. И, ну, если Господь, конечно, попустит, провалится туда все 30. Но надо молиться и за это тоже. Но я к чему? Я не об этом. Это вообще такое дело. Хоть священники говорят, и как они сами утверждают, что правильно все это, благочестивая традиция. Но многие люди приходят туда просто погружаться. Ну и показывают, действительно, люди заходят, мужики там, женщины в неглиже, и три раза прям погружаются, и так делают там такую глубину хорошую. Они опускаются и троекратно в холоднючей, в леденючей воде этой погружаются. А священники стоят и объясняют. Но кто вот пришел, как по традиции просто погрузиться, тот молодец. А кто в церковь не ходит и думает так грехи очистить, то это неправильно, так не очищаются, а только в церкви очищаются. А я смотрю и думаю, а где, в какой церкви так очищаются они? Но я вот к чему. Для того, чтобы люди-то и священники тоже, прости Господи, знали, где правильно и как правильно очищаться, нужно пойти просто и об этом им рассказывать. Для этого нужно что сделать? Для этого у нас есть Новый Завет, и вот Евангелие. Нужно пойти и людям показать, на Христа указать. Как сегодня проповеди брат прочитал, и второй тоже брат, все об этом. Нужно указать на Христа, путь нужно указать людям, куда нужно идти. А когда укажем путь через Евангелие, там они прочтут, что Христос, крестившись, написано в Матфея 3 глава 16 стих, вышел из воды. Вышел из воды. Не из-под дождя он вышел, а из воды. Поэтому вот так вот они только и узнают истину-то. А до этого, братья, мы так и будем, как говорится, пользоваться страшным неуважением у всех невежд, кто Слово Божие не знает. И не сможем ничего им объяснить. Поэтому самое главное, нам нужно как можно больше распространить Слово Божие. Для этого у нас все есть с вами. Нету только нас с вами там. А людей будет, вот, когда мы в будничные дни ходили, там было, ну, не меньше, чем 1010 людей. То сейчас будет такое поприще труда. Вы там потеряетесь, сестры, если пойдете на помощь братьям. Братья, вас там вообще никто не заметит с вашими бородами. Там бомжей кучами ходят. Так что не волнуйтесь за это. Никто на вас внимания сильного не обратит. Поэтому можно спокойно распространять наши Евангелие, наши визитки, не боясь беседовать с людьми. Люди расположены, все бегут к крещению. Особенно туда, вниз под горку, очень сложно остановить. Вверх они уже выбираются оттуда, как-то можно это даже побеседовать. А вот туда сложнее. Но все-таки в очереди они туда прибежали, ткнулись в очередь, а сейчас сказали, все будут на берегу. Там столпотворение будет. Можно и наверху, там, где трамвай, троллейбусный разворот, благовествовать. Можно внизу ходить прям. Мы в тот раз вот мы прям ходили, брали интервью у людей. Люди страшно любят давать интервью. Ну и вы вместе все с нами послушаете, если кто в интернете не видел выставленного, о чем люди говорят. Очищение грехов и здоровье, и чего только нету там. Ну, ничего того, что нужно, конечно, для спасения души. Но так получается. И только так мы заслужим уважение не у людей, а у Господа написано. Ибо Господь предал Сына Своего ради нашего с вами спасения. И поэтому, если мы будем открывать имя Его, Господа нашего Иисуса, перед людьми, откроем в полной полноте. Глядите, какие писания, какое. Сейчас, Святое Евангелие, какое вензеля, крест, ух, люди вообще должны в нас увидеть суперправославных, да еще благословение
патриарха Кирилла всей Руси, да, тут, ну что сказать, одно благословение только должно нас благословить, а уж там все остальное, что написано, так это спасение души. Поэтому милости просим, сегодня мы будем опять благовествовать, пойдем по улицам города Барнаула, повесим, будем призывать, кто еще остался. А ежели не будем призывать, то совсем-совсем скоро придет Господь наш, явится. Не успеем глазом моргнуть, и вот уже второе пришествие Христа. Ну, кто хочет, конечно, чтобы он уже пришел, тот может ничего не делать. А кто хочет спасти душу свою, тот должен выйти на благовестие. Под лежачий камень вода не потечет, тем более у христианина. Ну, да. Я сразу хочу сказать, нужно воду. Батюшка приедет в субботу, надо заранее, братья, принести воды, потому что она отстаивается и внизу грязная Посадок. Вода. Сразу вот, что только мы придем в субботу и сразу вы принесете, это ну, отстоится. Потом зачем нам такая вода-то? Надо, сегодня можно надо. Сегодня принести. Принесите, пожалуйста, потому что всем надо, побольше надо нам запасти. Я думаю, решим, да, братья? Вопрос. Ну, а что, я хотел сказать, никогда не было этого. Ну, остается она и хорошо. Внизу не будем черпать. Все равно мы не сможем ее оценить так. Нет, пускай она отстаивается. Она хлорирована, и хлор выйдет. Ну, так выйдет. Мы все равно сможем. Нет. Нет, в субботу. Она говорит о том, что если мы в субботу это сделаем, она не успеет отстояться. Да. А если мы это сделаем заранее, она отстоится. Да. Я думаю, сделаем, братья. Это не проблема же, да, Михаил Петрович? Так, еще. Вода будет, вода. Какие? Геннадий Тихонович, вам слово. А только попрошу, оставьтесь. Я попрошу всех выслушать. То, что мы написали, приглашение в епархию местную, озвучь. Ну, батюшки пока нет, просто подпись поставили, последнее слово он скажет. Вверху наши реквизиты креста Ладыжевского община, приглашение. Каждый год, первое воскресенье после крещения Господня, ныне, 26 января 2014 года, в нашей креста Ладыжевского общине города Барнаула отмечается День общины. Утреннее богослужение с 8:00, затем собрание в трапезной, трапеза, беседа, занятие по Святой Библии. Приглашаем епископа Сергия, Скопчика Иванникова, священников, не более 33, каких Бог допустит, и кого благословит, и семинаристов, и других чинов, не более 12, епископ Барнаульский Алтайский Сергий. Тема беседы. Урок по образованию общин. О чем так много ныне говорит и патриарх Кирилл. Полный курс обучения по этой теме. Каркас. 1 час. Есть возможность приобрести наши 38 книг. Беспрепятственно с чьей-либо стороны разрешается вести видеозаписи, фото, аудио и запись на бумаге. Настоятель креста Ладыжевской общины. Каким? Поставим далее печать. У кого какие-то еще есть предложения, пока не отнесли, мы можем дополнить. Это воскресенье, мы пробовали раньше, ничего не получится, никого не будет. А если заранее архиерей скажет прийти, придут. Вопрос решен. Да. Знаете, Тихонович, вот это слово «урок», да. Оно как-то немножко смущает. Может быть, тема такое, образование. Это урок. На праздник мы. Это урок. Ну, тема, уже урок нас даже смущает. Чего пока это подделываться будем? Это урок. Ваше право. Это урок. Но урок – это занятие. Потому что они спрашивают, как это делается. И тот, кто преподает, это урок. Один час. Дело в том, что это как будто школьники. Вот, ну, понятно. Они даже дети. Они еще в школу не пошли. Их надо сажать в первый класс. Всех до одного. Сегодня положение церкви ужасное. Вы зайдите в интернет, что делается. Покажи. Речь идет о том, что Путин, глядя на всю эту голубую мафию, махнет рукой и переменит ориентацию. Аминь.
И тогда эта патриаршая церковь, она поплыла. Она ничего без поддержки властей не может делать. Это, я говорю, интернет везде говорит об этом. Он поймет, что связь с церковью не укрепляет режим, а губит этот режим. А ему режим надо сохранить. И вести с тем, которые за ним только тянутся и ничего не делают, и которые развращают народ, он очень умный. Я думаю, что у него советники у Путина очень высокого ранга. Вы не забывайте, что я говорил заранее. Особенно за то, что я говорил молиться за японский народ, чтобы Бог дал добрую землю, где могли обратиться. И сейчас речь идет об аренде Дальнего Востока. На 100 лет аренда была Аляски, и где она, Аляска, навсегда ушла. Я благодарю Бога, что Бог услышал опять мою молитву. Скажу, да что ты один, что ли? Ну кто молился за это, благодарите Бога, я благодарю. Если дополнение будет, на бумажке напишите. Так, я кое-что сейчас буду рассказывать, как бы притчу, но это не притча, это реальность. Кто поймет, о чем я говорю, поднимет руку. Я увижу, кто поднимает руку, если я махну рукой и не говорит, значит не говорить, пока я не объясню до конца. Не выскакивайте, я знаю сказать. Ничего не озвучивать, тебя трудно слышать, заткни уши. Просто возьми пальцами, так заткни, чтобы не соблазняться. Я буду рассказывать то, чего не рассказывал никогда еще. Кое-кто меня осудит за это, но я откровенный, как говорится, всегда. Вы помните, о чем речь шла? Вот Степаненко, когда озвучил одно слово, церковно-славянское «б». Но кто-то не был, не знает слово «блядь». Оно так и написано в церковном богослужении. Другого нет. Разные значения. Но главное значение, в котором оно сегодня людям известно, это женщина, незаконно сообщающаяся, совокупляющаяся с чужими или с какими-то мужьями, одинокая. Не та, которая была с мужем, и теперь он ее бросил с ребенком. Не об этом речь идет. А та, которая каждый день и каждую ночь, она все одиночка, она одну ночку. Я познакомился с такой Б. Она вышла на меня сама и ждет меня у ворот. Я выхожу, она вот она. Прошу за преждевременно не осудить. Я не скрою, она мне понравилась. Если бы она меня сразу допустила, я бы даже по спине погладил. Она по всему мне понравилась. Я понял, она не болтливая лища, она ничего не говорит. Я по глазам понял, что она влюблена в меня. И я не решился ей отказать. Я ее принял в друзья. Но я не знал, чем это закончится. Моего опыта не хватило. Я небольшие услуги оказал, мне это не в тягость было. Я знал, что всякая милостыня перед Богом. Перед Богом. Она за все благодарит. Я немножко успел разведать, где она. Место жительства неопределенное. Ничего лишнего на ней нет. Даже я никакой грязи на ней не заметил. Но я поверил, что она не лукавит, а такая, какая есть. Вот такая, какая есть. От кого дети, ДНК не определит. И притом не один ребенок. Но она настолько влюбленно на меня смотрела, я поверил. Меня редко кто так любил, как она. И вот нынче, вот на этой неделе, прошедший четверг, это было 9 января, мне нужно было идти в город. Как-то я видел ролик у меня поставленный, патриарх Кирилл приезжает в монастырь, и его сопровождают машины, ФСБ, большие машины впереди, дальше выставляют часовых, отовсюду везде, чтобы его не тронули, это государственное лицо по первому рангу, как встречает. И она мне устроила такой прием, когда я вышел на улицу. Мне-то надо идти. Впереди меня охрана. Сзади охрана. Люди, которые меня знают, они буквально попятились. Я уж не стал ничего говорить, не надо мне, думаю. Надо мне устроили. И я иду до Ленинского, и мне вся дорога, как будто идет президент какой. Все по сторонам, и из угла только вот так из-под деревьев буквально на меня кланяются, и в таком я вижу страха нагнал на них. Они меня будут теперь все бояться. Они будут знать, с кем я знаюсь. Но никто не знает, кто мне это устроил, такую встречу. И это все было не наиграно. Это было серьезно. Но я вижу, там движение останавливается, я смело иду по Комсомольскому, пересекаю этот Горького. Машина останавливается со всех сторон. А тут свита такая, идут охранники вокруг меня. Я посчитал, у патриарха меньше было, чем у меня.
И видно, что они к ней привязаны всей душою. Значит, у нее что-то есть такое, чего многим людям не хватает. Ну, я когда вышел первый раз увидел, я увидел сейчас самая настоящая сучка. И на букву «Б» с каждой стороны ее можно обставить. Так, поднимите руку, кто догадался, о чем я рассказываю. Притом я ничего не сказал неправды. Так, опусти руку, не нужно. Только воздержись, за тебя это уже будет заслуга. Так, поднимите руку, кто догадался, о чем я рассказываю. Так, ну все. О, так, ну все. Так, еще раз поднимите руку. Кто ты первая подняла, тебе и говори. Давай, вставай и говори. А о чем не рассказывал? Это сон. А? Это сон. Садись, ничего ты не знаешь. Я говорю, это реальность. Никакого сна не было. Я обулся, оделся, вышел. Мне в четверг у Татьяны Кузьминишни мыться надо идти. Я пошел к ней. Но я не ждал, что будет такое здесь нет. Приветствие, такая охрана. Так за мной пошли. Ну, я ничего не стал говорить. Молчаливый. Притом ни один ни звука не издает. Не разговаривает даже. Понимаете, полное молчание. Мне вообще-то понравились эти ребята. Видно, что их все уважают. Буквально затрепетали. Так, подожди, кто второй поднимал руку? Подожди. Ты не хочешь? Ну давай, вставай. Ну давай. Рассказывай. О чем я говорил? Вы сказали, сучка, может быть, это собака имеется? Ну и дальше рассказывай. Ну и собаки вас тут стая сопровождали до самого. А чего вы орали, да, они сопровождали меня? Тут много, вы говорили, кормите. Ну кто еще как понял? Ну вы покармливали. Ну поднимай руку, поднимай, там много, еще дальше-то. Ну так и поняли. Ну кто до конца может рассказать, что со мной было? Давай. Ну, судя по тому, что если бы это была какая-то женщина, то откуда мы можем знать, кто там она, кто она, ну, даже если это женщина, у нее какие-то охранники, она приехала тут с вами знакомиться, какой смысл-то в этом? Чего они молчаливо шли? Знаешь, какой смысл? Ну, не знаю. Смысл бывает слышать. Ну, тогда какой вам смысл задавать нам вопрос? Вы знаете, кто или нет? Я тут догадались или нет? Я-то подойду к одному делу. Ну, к тому, что ну, когда... как мы можем догадаться? Их столько Б этих вокруг, да. Что где мы их ну, догадаемся? Я хочу сказать, когда мы что-то слышим, о ком-то, конечно, не знаю. Мы еще должны понять, о чем речь идет, потому что я подвожу это только предисловие к главному, что дальше будет. Ну, кто догадался, о чем я рассказываю? Давай. Я не знаю, может, это у меня такое метафорично, может, это церковь Христова? А? Может, это церковь Христова? Ну, здесь это реально было. Это реально было, реально. Я говорю, что у меня первое же желание было, когда я познакомился, увидел, как она меня полюбила, я захотел ее по спине погладить даже. Понимаете? Я понял, что она ко мне именно расположена. И притом она ценит самое малое внимание, которое я ей оказал. Я оказал материально ей. Материальную помощь оказал. Я не ожидал такой реакции, что вот это особь женского пола, там Б, определенно, точно уже Б. И она ко мне так будет расположена, и дальше такую честь окажет. Это присловие. Но все абсолютно так, как было. Все ты уже сказал, больше не нужно. Так, еще кто? А когда считаете про Кураева, про других, как вы можете давать полное заключение, когда здесь реально перед вами человек, я объяснил, это Ползунова 6, город Барнаул. Я вышел, я иду, меня люди видят. И никто по-другому не понял, а именно так и поняли. Я стал об этом размышлять, думаю, дай-ка я предложу вам. Поэтому никогда не выносите суждения, особенно о Кураеве сейчас, что только не говорят. Я вчера только послал ему опять письмо, я вошел с ним в контакт, и о том, что ему грозит большая неприятность. И вдруг об этом заговорили, ему уже угрожают в темном месте, и где что. За него нужно усилить молитву. И меня уже упрекают, кого вы за кого заступаетесь? Вначале Кураев, за кого ты заступаешься, когда он был наверху, а он обо мне говорил, что самый знаменитый миссионер, и за эти слова ухватили. А теперь, получается, я за него. Да вы за кого заступаете? Да посмотрите, да с кем он? То есть каждый норовит, как осел, легнуть. Лев пошел на пенсию. Это я присловие сказал. Так, Сережа, что ты подумал, о чем я рассказал? Потому что твое слово может быть компетентным. Я вижу по глазам, что у тебя там искорки мелькают в глазах. Ну вот собака, наверное, тигровая тут, она тоже меня сильно любит. Что говоришь? Собака тигровая. Сережа, она тоже любит. Вы соперники. Вот видишь, я знаю, к кому обратиться.
Так вы говорили про собак. У меня 16 голубей. Употребимо ли слово «Б» в отношении животных? Это другой вопрос. Да. Но Господь говорит, вол знает владетеля своего, осел господина своего, а народ мой не знает меня. Когда я был, говорит, не разумел заповедь, я был как скот пред тобою. Священники, псы лежащие, говорит, бредящие лежа, не могущие лаять. С собаками сравниваются священники, притом в нехорошем смысле, что это собаки, которые не умеют лаять. А умеют, которые лают, это пастыри настоящие, которые охраняют стадо. Я накормлю 16 голубей, это мне каждый день задание. У меня две кошки, одну попросили сейчас в библиотеке, она там работает, мышей гоняет. Каждый день мне отчет дают, как ее развратили буквально там сливками, рыбой, там что только не покупать. И что она мне делать-то будет, придет домой-то? Она потянется, все восхищения. Она только легла, все с удивлением на нее, кто приходит. Они не так книги берут, как на кошку посмотреть, говорит, приходят. Рыжая моя. А две у меня здесь. Дальше. Я кормлю примерно 50 воробьев всю зиму. В прошлом году около 100 было, да еще что-то меньше. Около, допустим, 30 жуланов. У меня от голубей отходы, а эти отходы, когда голуби выберутся, барабаш мне дает. Но я очень богатый в этом деле-то. И потом остатки припашу теперь. У кого какие кости, ну рыбе-то сухие не надо, а именно там животные, птицы. Приносите, и здесь собак. Здесь все время их подкармливаю, вот Марина Геннадьевна. Ну а теперь я, и они вокруг меня, я выхожу, у ней весенняя свадьба. И вокруг нее 9 кавалеров. А так как я ее приголубил, немножко материально как бы истратился, и она мне ни разу меня не облаяла, и погладить я ее побоялся по спине. Собака любит, когда гладит, потому что я не слишком близко знаком с этой Б, с этой сучкой. И она меня сопровождает, и они толпой идут, и машины везде останавливаются, а я не оглядываюсь. Я пройду, а она прям толпой это, ну представь, это довольно внушительно, когда вертикально 9 идут, так. Ну а когда вот так поставь человека, сколько места, а собака ты идет в таком горизонтальном положении там. И здоровые, и всякие, и один породистый какой-то подель впереди меня бежит, заглядывает, и как бы дорогу охранник дает-то. И все люди, которые идут здесь, они по кустам везде, меня даже как будто и не видят. Представь, такая свора, я посчитал 9 охранников. Дошли до Ленинского. Так, ребята, я ухожу дальше-то. Развернулись, пошли в другое место. Я думаю, дай-ка я вам расскажу это событие. Простое дело, это только Сергей Павлович до конца мог проникнуть. Это реально все. И поэтому никогда не суди до конца, пока чего не узнаешь. У меня данные новые. Сейчас вопрос теперь дальше. Это тоже вторая часть. Пишите. Вам сгодится это. Я в этой месте задал вопрос. Ну, знакомый, сейчас на всех не разошлешь. Какой персонаж, какой герой ли в Библии сделал следующее? Тоже молчок. Кто знает, скажет. Потому что мне начали отвечать по интернету, и совершенно неправильно. Ответили правильно только люди, которые с нами знаются. Это единственный герой во всей Библии, которого церковь не почтила вниманием. Его нет в святцах. Во имя его ни одного храма не было за 2000 лет. Во имя его не назвали ни одного ребенка. Он не занесен в календари в святцы. А занесены другие. Почему, я спрашиваю? Что он сделал необыкновенного? Первое. Он вывел весь израильский народ из плена. Это что-то стоит? Запишите. Вывел весь народ вывел из израильского плена. Сумел убедить. Сумел войти в благоволение всемирному диктатору, императору. Второе. Он восстанавливает стены Иерусалима. Понимаете, это стоило бы жизни десяткам тысяч людей, если бы не были стены. Второе. Он восстанавливает Иерусалим. Приступает к восстановлению храма. Записывайте 1, 2, 3, 4. Далее. В содружестве со своим дорогим братом он устраивает антизакс. Развод во всей стране. Всех иноземных жен отпустить. Детей отпустить. Потому что природные израильтяне, богоизбранный народ, семя свое смешали с чужеземными. Вопреки закону. Это был всемирный развод, единственный раз во всем мире. Независимо от того, кто ты, написано, рука знатнейших была в этом. Это еще не все.
Он пишет книги. И три книги в Библии его именем названы. Пишите. Три книги. Три. Но это еще не все. Он делает сбор всех этих книг и составляет Ветхий Завет. Практически он составил-то. Без него Библии бы не было. И церковь к нему с таким пренебрежением отнеслась. Книги не могли выбросить, уже утверждено, нельзя. Но его имя пренебрегли. Он не был канонизирован, так что деканонизации не было. Я задал вопрос, кто это? И во-вторых, почему с ним поступили столь неблагодарно? Притом у него есть пророчества, которых нет даже у Иоанна Богослова, пророческая книга. Вот посчитайте сколько, я, может, не все упомянул, это 10 пунктов. Притом он, еще запишите, не сделал никакого предосудительного поступка, никакого греха, как Соломон или Давид. Ни разу и нигде. Он был удивительный ревнитель. Он был священник и чтец. Мне дорого, что чтец, я тоже чтец. И это еще не все. Когда соседние народы угрожали со всех сторон, Господь через его знакомство с императором врагам приказывает не трогать их, а помогать. И они теперь вынуждены были помогать, отчислять от себя из царской казны. Вот как надо знать. Он царю нигде не уступил, не подыгрывал. Но все получилось так. Поднимите руку. Кто догадался, кто это? Ну, не богато. Мне одни отвечают, Моисей. Моисей, так только вывел. Теперь скажите, у Моисея сколько книг? 5, у этого 3. Дальше. До храма еще 600 лет там. А я говорю, храм. Какой Иерусалим, когда Давид только Иерусалим захватит, назовет Иерусалимом-то? А у Моисея какой Иерусалим, когда в пустыне? Все, что пункты сошлись. Все, все до единого. Так, ну теперь еще раз поднимите руку. Кто догадался? Я смотрю, опять те же самые. Давай. Неемия. Неемия, так садись. Я спрошу тебя теперь про Неемия. Неемия сколько книг написал? 3. А? 3. 3, называй. Перечисляй. Так, называй 3. Так, так, 3. Это не 3 дочери твои. Не помню. Не знаешь. Вот не надо выставлять и получать двойку. Никто не знал, что ты не знаешь. Так, кто за то, что Неемия? Нет. Ну, должно сойтись и книги, и что он составил. Неемия не составлял канон Ветхого Завета, не собирал книги. Двойка. Так. Еще поднять руки. Так, давай, брат. Ездра. Да. Ездра. А? Аминь. 5. Полная, полновесная пятерка. Вот так. А мне начали отвечать, там, кто за Рававель отвечает, кто что. И все спрашивают, я в нем двойки ставлю. Я говорю, а вы-то сами, что вы знали, не знаете, это знали это или нет? Пока это накапливается у нас ожерелье, на первое не бросайте. У нас интересный урок. А вот третье. У меня в прошлом году было несколько чудес, и чудеса эти непростые были, которые нельзя сотворить человеческой силой. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого. Через интернет я познакомился с одним человеком, он в Томской области, Томской епархии, и это... Господь так сделал-то. И там какой-то Северск или какой-то город закрытого типа. И там священник Сергий Дудин. Дудин. Я говорил как. Мы немножко познакомились, и он мне подсунул 7-е правило 7-го Вселенского собора. Я ответил как есть, но подумал и думаю, сейчас я его испытаю. Меня испытают, а я его испытаю. Я отвечаю как есть и говорю, это правило составлено ну, неправильно. Да, Вселенский собор. Оно правильно, но невыполнимое. Его выполняют неправильно. Вот какой смысл. А результат, кто не исполняет, это злые монахи могли только придумать. То есть каждый храм обязан епископ ставить на мощах мучеников. А сегодня любые мощи, во-первых, и часть мощей. Тут все не сходится. И далее, если у него там нет или что-то было, написано «извергнуть его». Я говорю, вы что делаете, монахи? Епископ, вот он епископ, это образно говорю, образно я могу подтвердить, это генерал-майор. Архиепископ это генерал-лейтенант. Митрополит это генерал-полковник, ну военные наши ребята, знаете как. Ну а патриарх это маршал, министр вооруженных сил. Почему? Потому что на приеме у царя они занимали определенное место, поэтому чину примерно адекватно воинским. Вот как. Званием.
И вы за то, что у него нет мощей, мертвого тела, живому генералу сами срубаете голову в отвал. Да куда же это годится-то? Чтобы генерал был, его надо учить было долго. Он поднимался по служебной лестнице, как Рохлин, как лебедь. Не могли уберечь этих генералов? И Торшина нету. Смотри, какие люди погибают. И здесь точно так же. Не могли они этого правила. А если написали, это неправильно. И он из-за этого правила ополчился на меня. Значит, виновен в одном, виновен во всем. И стал везде против, там, в интернете, против нас. И чтобы нас заблокировали и прочее. После поднялся, видно, что ревностный-то. Я призвал вас тогда на помощь помолиться. И Бог сотворил чудо. Он вошел в интернете и попросил прощения. Я был неправ. Чтобы священник просил прощения, где вы это видели? В моей жизни такое было, только вот на одной руке могу показать, не более. Но чтобы этот человек теперь всей душой и ревностью стал помогать, ни одного случая, это первый, это Бог сделал. И у меня какие дальше идут, какие знакомства, он входит где. И ответы на Ездру, вот это все отвечает правильно. Сергий, молитесь за него. Молитесь. Вот. Вчера он получил от меня книги. Я послал ему, Степаненко и митрополиту Ростиславу. По 7 книг. Трехтомник Нового Завета, «Для Слова Божия нет уз», «К истинному православию» и «Две симфонии». Ну, как будто бы и все вот это вот. Он получил, ну и теперь он на деле может показать. А его теперь долбят, а он даже проповедь сказал, коснулся меня, имя там назвал и прочее. Они хотели сюда приехать даже, поучиться благовестию. То есть его и Степаненко Максима, они с ним знакомы, он Степаненко передаст Максиму книги, которые вчера он получил, и мне их показывает, что они у него там лежат дома уже. Это подарок. У нас средства идут, но видите как. Тут помощь сейчас Татьяна пошла, все сделала. Сделала как надо, послала. Снова один священник выходит, я хочу все 38 книг ваши иметь. Я не посылаю, сначала ознакомься, чтобы потом не было тебе это в тягость. Зная с нами, ты подвергаешься нарекания твоих собратьев. Абсолютно везде, 100%. Но если которые вывернутся, оставаясь в церкви, и они творят правду, у них особый вес, к ним начинает сразу прислушиваться. И мало того, теперь обращаются к книгам. А что там у Игнатия в книге про это написано? Это не просто так. И вот он выставляет для меня один материал, которого у меня не было. Не было, я его не мог достать. Этот материал 1500 лет, это не 2 года, 1500 лет монахи скрывали, архиереи скрывали и прятали. Прятали от народа, чтобы никто не узнал. А этот материал не кто-то написал, Григорий Богослов. Ну как, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, три вместе-то. Его это, на 100%. А почему? Он пишет об епископах, какие в его время были епископы, когда его свергли с кафедры, и он теперь вернувшись, но он пишет в стихотворной форме, в оригинале будто так. Это делает перевод, я вам сейчас назову человека, которого не все знают. Нашего митрополита вы знаете, как звать? Иларион? Да. Так вот, еще один есть митрополит Иларион в Московской Патриархии. Как его фамилия? Алфеев. Алфеев. Очень приятный наружности мужчина, очень грамотный, то есть это претендент на патриарший престол, без всяких слов. И он делает перевод, он несколько языков знает, его клеймят там со всех сторон, они там к папе римскому подходят, благословение. Да какая же его вина-то, подошел по благословению, это первосвященник. А вот это экуменизм, ну и какой это экуменизм? В самом добром смысле экуменизм. Подходит патриарх Кирилл, потом он священник их папе, папа римский стоит новый, и они подошли под благословение. Вы что, первосвятительское благословение признаете? Или они не церковь? А вот люди просто бесновятся. Они не узнают, кто у них хозяин. Собака меня узнала, а люди не узнают. Ну, у меня экуменизм с собаками, с голубями, с кошками, ну еще. Я экуменист. Но не в том смысле, какой люди закладывают. Потому что меня бомбардируют отовсюду, теперь уже из Красноярской тайги. У которых ни телевизора, ничего, это телефон есть. И мне звонят, я сказал, звони только один раз в неделю. В 12:00 по Москве, 2 минуты. У меня времени совершенно нет. А то 3 раза подряд. Да вот о вас говорят, вы перед баптистами каялись. А что бы я каялся перед баптистами? То у них священника нет. Перед папой я покаялся бы.
как первосвященник, могущий отпускать грехи. То есть не знает, с какой стороны ухватить. И такой бред гонит, но это все награда. Я интересно, Бог дал мне чувство такое, я за каждое поношение сразу на молитву: Господи, еще одно дело ты показал мне. Да как ты велик, это награда. Радуйтесь, веселитесь. Ибо велика ваша награда на небесах, когда имя ваше понесут как неугодное. Об этом хорошо надо помолиться будет. Я митрополита не случайно это назвал Илариона. Я думаю, в дальнейшем можем где-то соприкоснуться. У нас много общего. И он делает перевод, ссылаясь на другие переводы, и выставляет в интернет. Он же идет против течения. И говорит, что еще скрыто было у Симеона Нового Богослова. Это я знал заранее. Ну и другого не упоминает, я знаю, Иероним Стридонский. Он написал о нравственности священства. Иероним Стридонский, это самый почитаемый в Западной Церкви. Он перевел Библию на Вульгата. Переводчик. И его самые близкие друзья покинули тогда, и все упрекали, что ты сделал. А он написал, какие священники, как они отвращают людей поведением своим. Он говорит, язычники от руки переписывают твой этот трактат, язычники, вот какие вы христиане. Кто против воевал, мы ни одного имени не знаем. А Иероним Стридонский, он почитаемый в православии, его все знают. Никогда не бойтесь правды, какой бы она горькой ни была. Симеона Нового Богослова Василий Брестельский, архиепископ, говорит, и его даже не решился Феофан Затворник переводить. Почему? Соблазн. Прочитав его, определенные места, люди православные поймут, что они совершенно неверующие. Я говорю о святых. Вот таких людей, как Симеон, Новый Богослов, Иероним Стридонский, Григорий Богослов, их называли ангелы во плоти или человек на небе. Я выставил этот материал, разбил его по куплетам, букву Е и Ё перевел, больше ни с буквы я не изменил. Я его выставил, на моем форуме стоит, и кто знакомый, я им переслал. Почитайте. И на меня пошли ответы. Так это ваше. Тут каждое слово ваше. Мое. Это не мое, это Григория. А в какой теме? А? В какой теме? Ну, какой теме? Да так оно и есть. Об епископах написано прямо на первой странице. Григорий Богослов, об епископах. Там больше ничего нету. И главное, люди, которые знают, они все стали говорить, да тут же один к одному. Я говорю, у меня такое впечатление, что мы с ним сидели долго за одним столом и друг другу перекидывали записки. Он говорит те же самые слова, но я его не читал, я у него не воровал это слово. Это один Дух Божий побудил сказать о положении сегодняшнем церкви. Он говорит об епископах. Как они любят с мирскими властями, как их приглашают, это все выражено не моим языком. Вы, говорит, нагружаетесь оттуда, как корабли, придя домой, чтобы попростаться только, то есть в туалет сходить, и снова туда идете. Народ совершенно не знаете. Людей подготавливают, кормщим надо учиться плавать. Здесь ничего нету, малолеток ставят. И священников таких. Ну, так легче. Григория Богослова, повторяю. Это переводит ближайший сотрудник, соратник патриарха Кирилла. Я выставил этот материал. И что интересно, кому я его послал, все говорят с подозрением, что это я написал. Ничуть не бывало. 1500 лет назад был человек, который также мыслил. Это еще одно из подтверждений, что я своего не ищу. И готов подступиться в любом пункте, если мне это докажут, что это неправильно. И вот теперь концовку я подвожу именно к Кураеву Андрею. Вот что впереди было сказано, это к этому. Не спешите судить. Не спешите. Притчу первую, которую рассказал в виде притчи реальность, не разгадали. Поездили, многие поплыли. Теперь рассказы о Григории Богослове не считали, поэтому не судите. Но то, что говорит уже Андрей сейчас, а я ко мне все время материалы забрасывает и забрасывает, он начал говорить более открыто. Вы помните, он сказал, я Игнатию завидую, по-хорошему. Проходит время опять, это его слова, я Игнатию завидую. Он сказал, не зная, нельзя обо мне это говорить. Если ты решил завидуешь, а я сразу помолился, Бог сразу же его поставил в условия. Притом, если бы его что-то другое за грех, его ни за грех, ни за что. Его хотят теперь, чтобы извергли из сана, чтобы он не был, везде все лишить. Я снова им написал, они мне отвечают. Берегите его, чтобы они нигде не появлялся, на ненужные встречи не шел. Язык свой очистил от всего ненужного. В чем обвиняют? Я говорю,
Я говорю это там, поэтому сегодня передаю то, что уже не раз мной сказано. 120 раз в книгах я его упоминаю, наверное, что-то поминаю. Как он говорит, по всем кочкам меня Игнатий пронес. Сейчас закончу еще. Немного-немного эту мысль. Вот. Он нуждается в молитве. Поддержки реальной. Я сказал, что в один нигде не ходил, в чужие машины не садился. Если поставить задачу убрать его, как Данила с Исоева, они его уберут сразу. Но они его возведут туда, куда он еще и не мечтает идти. Ему нужна помощь. И где я о нем упоминал, ролики по эфиру разлетелись. И где он выступил, у меня 15 тысяч посещений. А самое большое у нас было до этого, о группе Дятлова 5600. И 4600, это где с Сергеем что-то было и написано за доли секунды до гибели. Треть, а дальше там про собаку. То есть он очень популярен. И вот теперь он, за то, что у него было почтение, весы выравниваются. Это хорошо говорит Кирилл Сахаров, я это знаю. Когда начинает меня где-то хвалить, то другой, я знаю, сейчас я должен ожидать с другой стороны, гирька другая должна ударить, чтобы весы выровнять. А то зацеловали, залюбили. Угу. Я сказал все, говори, брат. Ну, я хотел сказать про Иеронима Стридонского. Как-то вы так сказали, как будто бы что-то мы его как-то не почитали. Так у вас же в книге для Слова Божьего, к истинному православию, прямо в предисловии написано, что в 4 веке Иероним Стридонский столько один-единственный, который писал о недостатках церкви открыто по канонам. И, ну, то есть он раскрывал все это так, чтобы можно было на этом учиться. И, ну, то есть там это написано все об этом. То есть, если кто-то возьмет эту книгу вашу и прочитает там, он поймет. Я задавал вопрос в семинаре. Есть ли такая книга? Конечно, есть. Но семинария сумели достать-то. Но в руки мне ее не дали. Я по интернету делаю запросы везде, и все какими-то окольными путями, наконец, все-таки я нашел его. Умышленно 1500 лет скрывать. Кто? Ну, против кого он сказал? Так он не против, он за них сказал, что нельзя такими быть. Вы ответите за все это. И сейчас опубликовал митрополит Иларион Алфеев. А мне этот отец Сергий поставил. Почитайте. Я скажу, что до конца считать на одном месте не усидишь. Николай. Ну, я хочу вернуться к нашим баранам. Вот предложение Татьяны Капустиной. У меня маленько другое предложение есть. То есть я маленько знаю, что такое обская вода, и что такое вода чистая, и что такое нечистая. Вы тоже должны знать. Вот Валя Борисова, она мне поможет в этом. Может помочь. То есть вода, которая у нас идет в водопроводе, она это считается хозяйственно-питьевая. То есть ей даже мыться нельзя. Техническая. Вы понимаете? Мыться нельзя. Мало того, чтобы ее употреблять в пищу, вот обская вода, да, ее хлорируют. То есть хлор. Ну, существует такая байка, что вроде хлор выходит. Это байка, поверьте мне, это байка. Вот. Значит, миф. У меня такое предложение. Я уже тут вот посидел, не теряя время даром, посчитал. Нам нужно всего 2100 рублей. Собрать и купить бутилированную воду. И все. Потому что вот эта вода, как я верю, что Господь любую воду сделает мне полезной. Любую. И у меня дома стоит бутылочка пол-литра. Я наливаю банку литровую, две капли, все, вся банка освещенная, правильно? Правильно. Я в это верю. Все зависит от моей веры. Я могу выпить из лужи. На рыбалке я пил из болота, где плавают инфузории. Помолился, перекрестился, ну жажда, все, кирдык подходит. Попил и ничего. Ну, сходил в туалет пару раз, очищение произошло организма, и все нормально, все работает. Так и это. Вот всего лишь, ну, я примерно прикинул, сколько мы воды заготавливаем. Какая вода такая? Бутилированная, она сейчас сколько? Ну, рублей 30 стоит. Одна бутылка. И купить, и все. И у нас чистейшая вода будет, хоть 10 лет стой. И она будет чистая вода. Так тогда можно предложение там? Нет, конечно. Каждый пускай принесет тогда себе воду, да и все. Чистая вода, правда. В поездке были с Игнатием Тихоновичем. Вот я по поводу того, что канистрами воду таскают. Вот. У нас, ну сколько нас было? Человек 6, да, первая поездка. У нас была баночка вот такая.
ну, где-то 0,5 или 0,7, вообще маленькая баночка. Да. Там уже масло было вот это, ну мы же там, как мыть, растительное масло. И все водичкой раз там зачерпнул, а там ложку плохо помыл, и уже, я говорю, там и масло плавало, но она считалась святая. Потом я смотрю, она не убывает, не убывает. А потом как-то заметил, Игнатий Игнатьевич раз... Подольет. Какую-то бутылку взял, ну, чистой воды, раз подлил, а я смотрю, не убывает и не убывает вода. Ну, ну вот это да. Умножение, да? Да. Но у нас всегда была маленькая баночка, не ведро, не канистра. Вот, что, я для себя опыт какой сделал? У меня, ну, Юля настаивала взять бутилированную воду, о которой говорит Николай. То есть мы заказываем, там она стоит небольшую сумму, вот там 27 литров. Вот, большая. Что я делаю? Вот у меня стояла вода святая, но она дала осадок. Есть байка, я добавляю это слово, что якобы святая вода осадок не дает. Святая она не по химическому составу становится, она святая по освещению, если вы принимаете сферу, поэтому она дает осадок. У меня долго стояла вода, наверное, с прошлого года. Я взял ее, отфильтровал, у меня фильтр купили мы, отфильтровал. Потом добавил туда процентов 90 бутилированной воды, все, и она у меня перестала кончаться. У меня до сих пор эта вода стоит чистейшая. Почему? Нет, да, не, лучше не так. Из колонки набрать бесплатно. Каждый возьмет себе по пол-литра воды. И потом разбавляет бутилированное хоть целый год. Все. Приносите по литровой бутылке. А как мы каждый год освещаем? Так, относительно воды, я хочу сказать. Что набрали из колонки воды освещения? Так, Игорь, да, что такое? Я вообще не знаю. Попытайтесь потом не разговаривать. Уже вступила в диалог, и даже не слышит. Вы чуть-чуть попозже, не спешите домой убегать. А когда кончится собрание, тогда поговорите, где надо будет здесь. Чтобы вам предупреждение это не делать. Все от веры зависит. Я читал про одного. Он больной, лежит, парализованный, недвижимый. Люди пошли в Иерусалим, и он наказывает. Вы там амбрийский дуб, говорят, от него такая целительная кора. А он уже давно ободранный до макушки. Всем надо. Но они там затолклись и все забыли. К дому-то подходить, они говорят, к Трофиму-то мы коры-то не принесли. Да ему какая разница Трофиму-то? Зайди, он зашел от дуба, там отколупнул от своего. На той же территории, дома также. Ну и он ждал, он за них молился. Ну и дали ему. А как? Ну, мужик, думаю, ну как, жевать ее, он не жует. Ну надо, говорит, растолочь ее, а потом водичкой святой разбавить. Он так и сделал. Ну и помажься ею. И у него раз улучшение, два улучшения, третье приходит в неделю, он начал шевелиться, подниматься. И молва-то пошла, теперь этот дуб хоть целиком переноси в Россию. А дуб-то ни одной молекулы никакого отношения не имеет. Вера и святая вода. Мы едем по России, едем за границей. У нас вот эта баночка. Мы всегда просморку откусил святой водой. Я вот все стою дома, у меня глаз болит, и я уши везде промазал. Меня смотрит даже, это все уходит, ничего нет. Ничего, никакого лекарства. И мы какую воду пили в Европе, не очищена, там в Рейн, если вода спускается, да, все там гадость. Какое-то время ее в новом месте ловят, опять пьют, оправляются, с мочой все течет, опять ловят, трижды очищается. Но ощущать сегодня могут так, что ты в роднике такой не имеешь. И мы не заболели, а пили только сырую воду. Я видел одно, где-то, не знаю, где-то в Гонконге или где они, как к ней их остановки сделаны. И показывают, вот вода, показывают прямо, вытекает там с туалета, он почерпнул. Ну видите, что-то там смотреть страшно, ничего. Показывает приборы. Теперь заходим в другое место. Вот вода вышла, он первый директор компании берет и пьет. У того глаза такие берет. Абсолютно ни одной вредной бактерии нету. Она очищена новыми электролизами, там какие только. Все. Нам будут давать, знаете что, скоро? Человечество научилось перерабатывать пищу в пределах доступности организма, а не сверх того. И поэтому из человека выходит со шлаками процентов на 20-15 жиры в туалете. Все перерабатывается, ароматизаторы даются. Дальше. Подкрасят как надо, и в тюбиках дают, как космонавт будешь сосать. И там достаточно калорий, и ты не узнаешь, а что борщится-то? А собаки ладно, не ладно, я тебе скажу. Бионика.
Мужчина лежит пьяный и переблевался, лежит в блевотине. Я подошел и соскребаю. Все морщатся, не глядят. Я говорю, ну не на дороге же лежать-то. Убрал. Дальше смотрю, еще хуже того. Теперь я возьми и скажи, скажите, вот это я убрал, я сейчас вывалю. А вот если бы я сейчас имел машину, которая перерабатывает, вы бы остались. Я даже глядеть бы не стал. Запомни, ты глядеть бы не стал. Но у меня есть такая машина. Смотри, курица подошла, пьяная лежит, она склевывает все. Курица, свинья всеядная. Она подошла, червяка съела. Оправился ребенок, она съела. А курица все. Но переработала. За такую оболочку заложила в белую там или коричневую. И ты ешь. Да мало того, еще гренки сделаешь какие-то, яичницу. Почему ты здесь не так делаешь? А смотри, рыба, ты говоришь, такая рыба. А чем она, рыба, там питалась? Ты знаешь, нет? Что они покойник обладают, одни кости. А мы берем рыбу, даже не спрашиваем, а из чего это все? Главное, что вот эта бионика переработала все в ней. Бог сделал. Люди научились подражать, научились это делать. Мы Богу доверяемся все-таки на этом уровне намного лучше. Божьему устроению этой курицы и проще. Смотри, морщится. Расскажи, Игорь. Да, она по-другому скажи, морщится. Ты бываешь в деревне, ты не спрашиваешь курочку, что она ела. Она ела такое, от чего тебя тошнить будет. Но она попала в Божью мясорубку, перемололась, сделалась, все как надо. Корова нечистое животное по уровню, которое она в хозяйстве держится. Лошадь намного чище. Но по-божьему лошадь нечистая. А корова найдет падаль. Она возьмет масол этот. Ну, масол вот такой. И ходит, как трубка во рту, ходит и сосет, и я пастух. А мы молоко едим, нам нужды никакой нет. Говорю, какие сливки хорошие. То есть божьи машины, которые перерабатывают на высшем уровне. Можно по теме про бутылку сказать? Я в реабилитационный центр с дочкой ходила недавно, и там женщина тоже с малышом, она говорит, а вы знаете, где эту воду набирают? Я в глухой деревне живу, говорит, вот мы оттуда приехали. Они говорят, у нас в колонке приезжают вот эти машины, выгружают эти бутыли и набирают у нас в колонке воду. А вы пьете и радуетесь, говорит. Вот она в этой же бутылке стоит, говорит, вот точно такая же, в этой же садике стоит вот вода. Потом про эти бутылки передача была, что их так плохо моют, что там столько бактерий размножается, что можно заразиться еще такими хуже болезнями еще хуже. Так что пейте смело и поверьте, важно, да будет вам. Да. Да. Еще не мой перед едой. А я хотел, о человеческом, эфедроне рассказать. Пророку Господь сказал, что будешь готовить еду на человеческом кале. И он очень сильно просил, Господи, да душа отвращается. Можно на коровьих лепешках, на воловьих? Ну и Господь его как-то внял, вот этому его просьбе, да. И он готовил не на человеческом кале. Ну, говорится о помете, что будет последнее, когда война, Армагеддон, то помет человеческий будет, и кровь до седла верблюда. Как так народ обосрется, не понимаю. Но это будет все. Так, кто хотел сказать, что давай? Да я хотела спросить, почему вообще-то возник этот вопрос? Сколько лет мы живем? Погромче, можно? Я вообще не поняла, почему этот вопрос подняли. Какие-то бутилированные, я вообще против, например, бутылки. Я их не пью никогда из бутылок эту воду и даже не хочу. А сейчас я буду это... Ну почему мы все время-то носили, и все живы-здоровы, слава Богу? Вот и принесем сегодня все. Я даже вообще не поняла этого вопроса, почему он возник-то. Все, принесут. Так чего бы оно ни было, оно все придет к одному, чтобы была у нас вера, Нина. И хорошо, что этот вопрос задан был, плотой подошли к этому, тема-то уже закончена была. Но это совершенно не относится к этому, но оно относится то и другое по нашей вере. Почему мы должны отказаться? Можно еще? Нина, все, вопрос решенный, поверь. Вера нет, значит будет и ответ. Вот как раз Нина Александровна стала. Перед этим вы говорили об епископах. Почему мы должны о них говорить? Они же это как сан у них такой обличенный. И тут как раз Игнат Тихонович нам рассказывает, что не только, как говорится, мы одни тут перетираем это имя епископа, но и святые тоже говорили о них. И даже сам Христос, и даже апостол Павел говорил. 20 глава Деяний святых апостолов. И говорит, из вас самих, епископам, говорил, и священникам, восстанут лютые волки, не щадящие стада. Мы теперь должны выяснить, где лютый волк, где нормальный волк, а где есть верующий епископ. Все понятно.
Я про воду. Понимаете, я в прошлый раз говорил, что самый нелюбимый в Новом Завете персонаж — это апостол Павел. На меня сегодня ночью вышел мусульманин один, я теперь мусульманин, видимо, недавно пришел. И выставил мой ролик, где я в доме у Самиры Тагеевой, мы беседуем. Ну, раз он его выставил, видимо, он знает что. И он нападает на апостола Павла. Он не был со Христом, то есть все то же самое. И поэтому, вот, когда издали вот четверо Евангелия, сегодня постарайтесь разбирать, кто пойдет, чтобы не лежало оно здесь. Игорь, ты до конца веди тогда все книги через себя получены, чтобы они не лежали. Я к ним не прикасаюсь. Я издали четыре Евангелия, но они синоптически очень похожи, три Евангелия. А вот, которые другие издали, там не православные, они Евангелие от Иоанна, это считается самое духовное, и послание к римлянам. Это намного дороже, чем четыре, но они фактически, три-то они повторяют один другого-то. Видите, когда же издать? Православные, им лишь бы издать. А протестанты, ну там сектанты, они с рассуждением. И они выбрали к Евангелию от Иоанна, добавили именно к римлянам. Я когда начинаю смотреть, все правильно. И другое, а если бы сказали, а если не это другое, я не могу ответить даже. Я ответил бы к римлянам. Но если хорошо вы подумали, я бы ответил к римлянам. Они это сделали, мы разные люди, без меня издавали, но я должен сделать вывод. Это сделано непрофессионально. Но шрифт хороший, четыре Евангелия уже получены. Берите, родным, близким дарите, не уходя. Вот, вот лежат они здесь. Ну и я в прошлый раз говорил, помните, что мы собираемся ехать, нам нужна будет помощь, и Господь откажет. Пока я сказал, где у меня главный-то банкир мой, Людмила Степановна, вот она. Ей и где-то в первых числах мая подобьешь итог, сколько будет. Мы не просто собираемся где-то, мы должны основательно подготовиться. Нам уже открывается собрание, может собрано быть во Франции. На меня вышла одна женщина, очень хорошая, Мирослава. Такая круглолицая, такая сидит улыбчивая. Она сейчас едет в Иерусалим, ее пригласили. Я посмотрел, и она так рада, что в ваших друзьях. Я говорю, я тоже рад. Вижу, такая круглолицая, как луна. Взгляд веселый такой. Никакого лукавства в тебе не вижу. Настоящая русская душа. То есть изъяснились в любви друг к другу. И она говорит, у меня там два зятя, между собой сильно враждуют. Она пыталась какую-то этажерку нести, созвала, помогите, они друг с другом даже никак. Как примирить? Никак не примирить. А зачем примирять? В природе нигде этого нет. Люди живут по природе. В природе нигде не написано, чтобы мы жертвовали собой и любили друг друга. Этого нет. Это... Они не верят Евангелию, значит, и ты не примиряй их, и не надо молись. А они делают так, согласно их статусу. И они опомнятся только, когда будут в аду. Ты молись об обращении их. А быть миру или не быть, Господь усмотрит. Вы никогда не думайте, если сын неверующий, что-то он запился, да как бы сделать он, чтобы не пил. А что ему делать тогда, если он не будет пить? И зачем он живет тогда? Если он к Богу обратится, Жданов проповедует правильно. Не пить. Ну а дальше-то что? Те же самые концы. Ты рано или поздно умрешь. Кто не курит и не пьет, тот здоровенький помрет. Только и разница. Главное, чтобы люди познали Христа, и Дух Божий наполнил благодатью. Духи Божьим. Тогда я понимаю, я храм Божий, не имею права разрушать. Это во имя Христа. Я не пью во имя Христа. Почему? Когда едите или пьете, все делайте во имя Господа. Едите и пьете. Так во имя себя. Во имя Христа я ради Христа изменил свое меню, оно у меня другое. Даже если ты чего-то не знаешь... И Господь обязательно тебе это покажет. Биографию, нищую-то свою, пересмотри внимательно. Когда ты не слышал о Боге, как ты жил? К чему тебя тянуло? Ты какие перемены в себе видишь? Что тебя радует? Вот Новый год, Рождество встречают люди, родственники приглашают. А что, ходить и ходить? Ну, если не нарушитель ты, ходить. Так а там вот такое, сейчас отца Андрея Кураева за это везде гвоздят, он опять с такими встречался, это враги Божии, он с ними встречается. Я их не знаю, тех людей, но если это действительно так, враги Божии, он встречается с ними, ну а как по-другому-то? Нам не заповедано прятаться от врагов Божиих, а свидетельствовать, примирять их с Богом, если есть возможность. Обвинять проще всего. Для этого никакого таланта нет, достаточно превратиться в ехидную змею. А чтобы показать людям, я не то что, а вы заступаетесь. Ну как заступаюсь? Я просто опровергаю то, что вы говорите, ну и получается заступаюсь-то. Я же как могу заступаться-то?
надо отвечать за свои слова. Мы на суде Божьем будем спрошены о самих себе. Вот и все. Я конкретно, на меня нападают. А вот теперь Степаненко скажет, да кто за тебя заступается? А он конкретно скажет, вы, друзья мои, друзья, что я от вас имею? Разрешите нету. А от Лапкина я имею вот конкретные книги, вот материалы, вот читаю. Вот и все. Вы реально чем-то помогите. Не обязательно книгами, не обязательно деньгами. Я вот об Андрея Кураева ежедневно молюсь, ну, в среднем 10 раз в день. И ночью. Я просто открываю вам, чтобы увлечь вас за собой. Его имя Максима Степаненко произношу перед Богом. Ежедневно молюсь за Горбачева, за Путина, за всех. Ваша молитва будет удлиняться. И вы тогда злые слова из себя, просто выкинутся они, Бог очистит. Они вам не нужны будут, эти слова. А он не такой где-то, не такой. Поищи, если можно. А нет, значит, закрой его. Он злословище, ну, ЧС называется. Не чрезвычайная ситуация, а черный список. И он не будет иметь сюда доступа. Изгони нечестивого, и раздор утихнет. Ко всему надо относиться очень серьезно. Вот это время сегодняшнее мы пожелаем вернуть. Его не будет. Мы пожелаем услышать новое слово от Степаненко, от Кураева. Его не будет. Илларионова, Талфея, мы пожелаем. Его не будет. За нами кто-то придет. Что они увидят? Какое наследие мы им оставили? Злобу? Русские люди, они не мирные люди. В интернете и везде не мирные. Вас никто не уничтожает, вы сами сгрызаете друг друга. Я еще ни разу не встретил, чтобы евреи против еврея воевал. Ни разу. Ни одного мусульманина не встретил. Они друг друга поддерживают, где бы ни сказали. Русские двое, не так буквы, не так палец, готовы глаза выткнуть. А мы видели, вы молитесь двуперстно, нападает. Но я разве скрывал, да, двуперстно, я специально задерживаю, как в расколе, показать так. Ну и что? А кто так научил? Князь Владимир, когда христианство принял на Руси. Другого не принесли, принесли только двуперстие. Вот такое вот. 700 лет! За 700 лет сколько поколений? До 30 поколений прошло. Все до единого молились так. Что ты? Ну а ты не коньянин, если так молишься. Но так молился Серафим Саровский, Игнатий Брянчанинов. Я что могу сказать? Потому что то и другое имеет в себе элемент ереси. А почему тогда не так, как Иоанн Златоуст, одним перстом? Я так не приучен, мне нелегко это. Ну, правильно, конечно, я повторяю, это правильно, как католики. Пять. Потому что вещественный крест, вещественные раны. И переводы. Я не молюсь так. Не умирай, говорит, от страха. Но я должен сказать, быть до конца честным, справедливым и искренним. И тогда вот эта сучка меня будет любить. Вот эта Б уличная. Она устроит мне охрану и поведет меня. Потому что она увидела, я с ней искренне обращаюсь. И я по глазам понял, она молчаливая и не предаст меня. Б. Разрешите? Я вот хотел мыслями поделиться. Ну и смотрю на вот это уже сколько у нас там, 4 года это идет, предолимпийское, это вакханалия. Ну сейчас оно набирает обороты, ну в основном, конечно, все это как бы по телевидению, но и всякие события проводят. И я все думал, ну что можно здесь сделать? Ну спортсмены, да, знаем мы там места писания, Маковейская, там 3 глава говорит о том, что по призыву бросаемого диска под срамную попону начала молодежь приходить. Все это мы знаем. Но у нас же как бы меняется время-то. И вдруг тут последнее, вот прям буквально 3-4 дня назад, оповещение. В Сочи построили храм. Ну построили, мало ли какой храм, а храм специально для спортсменов построили. И показывают огромнейшее здание. Внизу 2 этажа идут у них там трапезная, потом актовые залы. То есть там будут встречи со священнослужителями, патриарх туда приедет, обязательно приедет, это я точно говорю, на Олимпиаду. И он будет встречаться со спортсменами, и там уже специальный такой батюшка-протоиерей, там, ну такой прям спортивный, и говорит, что мам побольше золотых медалей, молится за них, благословляет спортсменов. И спортсмены сами, молодые главное, ой, мы будем обязательно ходим в церковь. После там перед соревнованием, после соревнований приходим. И я подумал, так за них молиться надо. Они там что, верующие стали, наверное, спортсмены? Да? То есть как-то оно пришло же к этому. Я-то никогда даже внимания не обращал. Там же деньги большие. Да я понимаю. Но вы понимаете, они же в храм ходят, слова-то будут слышать Божьи. Глядишь, кого-то коснется. А нам надо как-то помочь. То есть вот эту Олимпиаду сочинскую 2014 года надо встретить молитвой тоже.
к спортсменам, к которым Господь может обратиться. Ну и тем, кто там будет рядом, то эти болельщики, как говорится. Явно, что они грешники разболеют. Поэтому я думаю, что надо как-то включить и спортсменов, тоже вот этих вот, молодежь эту. Потому что через них очень многое может быть. В составе молитвы. Молитва такого содержания. Господи, все, кто там будет, не надо писать ни Сочи, ни Олимпиаду. Ну, да. Вы понимаете, о чем говорится? Чтобы они задумались о своем спасении. Да. Мы этой молитвой не покривим. И чтобы люди верующие, будь они там православные, католики или баптисты, а со всего мира все веры там будут, могли возвестить чисто евангельское слово. Да. Чисто евангельское слово. Дух Святой да управит всех в страну любви и света, в Царство Небесное. Аминь. Аминь. Все. И вот этой простой молитвой вы не согрешите никто. И в то же время ясно брат сказал, что надо помнить большое скопление. И патриарх Кирилл, может быть, пошлет хороших проповедников каких-то. Ну да. Ну, я так уже говорю сам от себя. Воображение. Меня бы если послали, то я поехал. Там народы будут. Да, молодцы. Есть хорошая пословица в миру, говорит, бодливые коровы Бог рук не дает. Мы не раз уже приезжали из Иерусалима, и все, мы оплачиваем, вы поезжайте. Я всегда думал, зачем? Я вот еду до дороги, там люсь на аэровокзалах, приехал. Я ничего не увижу, кроме того, что уже увидел на картинках, что уже неоднократно прочитал, как отец Геннадий 7 дней на святой земле. Я ничего не приобрету, кроме потери времени. Я с ними, со всеми, которые там люди. Будут, может быть, захват террористами. Запомните, террористы на Сочи очень внимательно, пристально глядят сегодня. Если начнется взрыв один другой, как в Волгограде, у них будет желание прыгнуть километр на три в высоту. Так что они могут кое-кому мозги прочистить. Но надо, чтобы этого не было. Помолиться, чтобы не было жертв лишних. Ну, это просто, потому что такие же люди наши, чужие, приедут китайцы, неважно. Мы дети одного Адама. И вот с этой позиции всегда заходите. Не надо сочинять, придумывать. Но они по-другому не могут. Они соревнуются. Не надо в этом соревноваться. А про аресталище, про стадион Павел говорит. Многие бегут на аресталище, на стадионе, но один получает награду. Он имеет в виду духовный смысл, подвига. Они там другой раз на стадионе умирают. Это большой спорт, он калечит души, допинги, чтобы сердце колотилось, кровь гнала больше. Они завистливые очень. Какой-то американский, не назову я его, спортсмен, пловец, он завоевал 4 золотых медали. Вещь невиданная. И теперь они дома его рассматривают под микроскоп. Так у него руки ненормально длинные. Да он урод настоящий. То есть уже он чемпион, уже доказан на разных дистанциях. Но не такое у него тело-то как-то какое-то, как чечевица длинная. И какие-то плечи у него. То есть не в этом дело совсем. Знает ли он Бога? А это все забудется. Люди, которые стали чемпионами, как Владимир Куц, помните, наше поколение, на Олимпиаде, в этом были, в Мельбурне, он, на 500, на 5 тысяч, на 10 тысяч. Владимир Куц. Я в армии был в 61 году. И что он закончил? Пьянством и гибелью, и больше ничего нету. Лев Яшин, кому неизвестен был, что отрезает одну руку, ногу, вторую ногу, руку, и в таком самоваре умирает. Вот и все. Чтобы они познали Бога, что есть другой спорт, напоминающий о небе и ведущий в небо. Аминь. Если ничего нет, поблагодарим. Подождите, у нас есть объявление. Я небольшое объявление по поводу графика. Вот у нас очень грязно. Я вот сейчас прошла прям по углам, вот такие клубки, вот пыли, вот всего. Потому что не убираются, сестры пропускают. Это Игнатий Тихонович. Ну а вы зачем звоните, спрашиваете? Вы приходите, он вам даст. Сейчас крещению нужно обязательно убрать. Вот сейчас наша очередь. Я посмотрела, вот как нам убираться, перед нами 2-3 недели никто не убирается. Каждый раз. Убирается, Надюша. Убирается. У нас пыль только по углам. Я сегодня приходила специально. Вот вы Я виноват. Рождество Твое, Христе Божье наш, воссияй мирови светом разума, в небо звездам служащий, звездою чахуся,
Тебе кланяйтесь солнцу правды, и Тебе видите с высоты востока. Господи, слава Тебе! Владыка наш, Господь и Бог, прошу Тебя, прости мои согрешения, в чем я погрешил в слове, в деле. И прости каждого из нас. И о чем мы говорили, напомним об этой молитве к Тебе. Ты отвечаешь, Ты живой Бог, слышащий. Украс наш путь послушанием Тебе. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу. Спаси Христос. Вы берите для раздачи. Таня подарок дала. Таня, давай. Сестры, берите сколько... На крещение туда? Или... Да нет, вообще берите просто. Да. Не для себя, для раздачи. Там один, два, там три, сколько раздадите. Чтобы не лежало. Берите, подождите. Подождите. Подержали. Ну да, сеточка такая. Я тоже видел. Ну да, да, да. Да, да, да. Я видел, видел. Да, я понимаю, это можно. Давай так, вот ради шутки сказать.